прилета я находилась здесь. Спала. Очнулась на полу. Обломки сбитой ракеты упали в нескольких десятках метров от дома Людмилы за огородами. Если бы не рыхлый грунт, последствия могли бы быть гораздо хуже. Шум, запах характерный после взрыва, а потом больше ничего не помню. Очнулась на полу. МЧСники подняли. К счастью, женщина сильно не пострадала. Осколки лишь немного задели ноги. Судьба сложилась так, что белгородка уже попадала под обстрел. В новый дом переехала с улицы Маяковского, где летом прошлого года произошла трагедия. Тогда погибли ее соседи. Я даже не знаю, как это назвать. Взамен утраченного имущества мы получили этот дом. Нам администрация предоставила это жилье. Думали, уже никогда не прилетит. Дом пострадал, гостевой дом пострадал, теплица пострадала, сад пострадал. Досталось и каштану, это питомец Людмилы. Сейчас он практически ничего не слышит и даже не реагирует на незнакомых людей. У животного контузия. Обычно именно он предупреждает хозяйку об опасности. Перед тем, как начинает стрелять, он минут за 20, за 30, он начинает очень сильно скулить. Дом Людмилы не единственный, который пострадал этой ночью. По предварительной информации, в Белгороде повреждены еще два десятка частных домов и 5 квартир. В основном выбиты или разбиты окна, посечены осколками фасады, кровли, заборы, хозпостройки. Сейчас строители уже закрывают тепловой контур зданий. С утра организован повторный обход, где уже подробно дефектуется каждое повреждение, для того, чтобы можно было актировать, осмечивать и начинать работу по восстановлению. Ночью был развернут оперативный штаб на месте, куда могли обращаться все жители, где аккумулировалась как раз вся эта проблематика. У нас выявилось, что есть одна пострадавшая девушка, которая незначительные повреждения получила осколками стекла, но она отказалась от медицинской помощи. Последствия ночного обстрела и в Белгородском районе. В доме Елены обломок сбитой ракеты проломил крышу и упал рядом с кроватью, где спала женщина. Говорит, уцелела чудом, отделалась испугом. Я легла в 12 спать, слышу раскаты такие сильные, а я боюсь, у меня сердце сразу начинает болеть. Я отвернулась, укрылась одеялом, вот здесь стояла моя кровать. Укрылась одеялом и вдруг что-то на меня посыпалось, балки, пыль, песок. Я даже не поняла, что такое. Выскочила, бегу, все в дыму. Оперативные службы быстро прибыли на место. С 8 утра здесь уже начали работы по восстановлению. Информацию о повреждениях продолжают собирать. Сегодня на всех территориях, которые пострадали от обстрела, проводят повторный обход. Кирилл Мусаев, Денис Копач. Такой день на Мире Белогорья.